Друзья, хочу сделать сегодня распаковочку Таро Майя. Вообще, к чему меня это все привело? Это коллекционное издание энциклопедия Таро. Кто-то их умудрялся собирать. Мне оно досталось совершенно случайно. Но вот Таро Майя я не распаковывала, поэтому хочу вам показать, почему. Короче, я тут выяснила такую вещь, что, оказывается, я обожаю, практически очень люблю работать и практически всегда работаю на картах определенного автора. И это у нас, оказывается, Сильвана Алазия. Вот ей принадлежат, ее, как говорится, художественному перу принадлежат. Вот в моей коллекции, в частности, да, это египетское таро. Вот они, египетское таро. Это, соответственно, этрусское таро. Вот у меня этрусское таро. И таро Нефертари. Ну, у меня потрёпанное, я его обожаю больше всех. Многие его видят, я очень часто им раскладываю. Те, кто ко мне приходят, знают, что я люблю именно по ней. И, в общем, в коллекцию этого автора еще, естественно, входит Таро Майя. Плюс у нее еще есть два вида таро. Нет, не два вида. Еще один вид египетского таро, я попозже скажу, как оно называется, покажу, которую я, наверное, теперь точно тоже хочу. И оракулы египетские и с индийскими мотивами, вот потому что по индийским богам никто не проходился. Ну, давайте вернемся к Таро Майя. Я буквально покажу старшие арканы. Как вот Сильвана изображает именно из культур. Ну, давайте посравниваем, наверное, все-таки будет интересно сравнение. Вот, да, вот как изображено 2 мая, дурак. Как она его изобразила в египетском таро, ну, более-менее, да, понятная классика. Вот сюда вот отложим. Как у нас изображено, как говорится, вот дурак в этрусском таро. И дурак в таро Нефертари. Все они очень похожи. Майя, конечно, если не знаешь культуру, трактовать будет сложнее. Ну, трактовать понятно, что мы трактуем по классике. Но вот если какие-то дополнительные нюансы разглядеть, то, конечно, Майя интересна. Давайте дальше. Дальше у нас с вами идет маг. Ну, тут изображен жрец Майя. Ну, кстати говоря, тут все присутствует. Вот смотрите, огонь, мечи, монеты и чаша, вода. То есть классика соблюдена. И вот ее же авторство магии на других колодах. На египетском это Осирис, а на этрусском я даже не знаю кто, но почему-то вот изобразила она его вот так, без классических каких-то моментов. На Нефертари тоже вот Нефертари, кстати, похоже, да, на Майя. То есть смысловая нагрузка здесь даже вся сохранена. Дальше давайте посмотрим. 2 мая верховная жрица. В виноградной лозе, все по классике на самом деле. Но без воды, заметьте, да, за ее спиной есть храм, но нету воды. Это, кстати, присуще для ее колод. Она нигде не изображает воду. А ни на одной из своих колод у нее нет воды. Есть храм Исиды. Есть
соответственно, храмовые какие-то, я даже не знаю, что это. Но то, что вот она находится в храме, это везде обозначено, да, и вот даже вот здесь, вот в этрусском Таро, то есть тоже храмовый комплекс за ее спиной, все равно присутствует храм. А отступает от классики, нигде не изображая, как у это озеро, которое за шторками. Дальше. Давайте дальше посмотрим. А дальше у нас императрица. Она вот тут тоже такая, как говорится. Вот я, к сожалению, не разбираюсь вот этих, кто они, петроглифы или как их правильно называют, я не знаю, что есть у майя, да. Ну вот какие-то, я думаю, если в них разобраться, то Таро майя заговорит совершенно по-другому. То есть появятся свои какие-то интересные нюансы. Ну, в египетском Таро она вот изобразила, ну вот прям показала, что это Венера, да, то есть тут такая тоже прям добрая классика. Императрица, видите как? Мне очень нравится, когда это все стилизовано именно из рисунков с древних храмов. Так же, как и в этрусском Таро. Стилизация из каких-то там найденных, ну, возможно, там кувшинов или еще что-то, да, было найдено. Цивилизация этрусков у нас пропала безвременно, но вот она как... Вот она умеет как-то вот это вот компоновать, и все у нее так классно получается, что не надо даже художнику самому что-то прорисовывать, уже есть это все изображение на... исторических каких-то артефактах. Давайте дальше. Поэтому майя я долго не рисковала, как говорится, распаковывать, да, потому что оно сложновато для восприятия, скажем так, да, если ты не интересуешься культурой майя. Потому что здесь каждая деталь может в корне изменить, скажем так, представление о предсказании. Понятно, что император, понятно, что он восседает на чем-то там, да? Но остальные детали, их надо разбирать. Вот в египетском Таро. Прекрасно, классический император на кубе. То есть все как расписано было когда-то. Так, здесь вот русское второе. Император везде изображен так или иначе с красным цветом. Что немаловажно, что это человек все равно Марса, войны. Ну, здесь у нас Марс, как говорится, поутих маленько. Ну, смысл остается тем же. Дальше давайте посмотрим карту папы. Папа у нас в любом случае опять же жрец какой-то, да? Здесь не видно людей, которые ему подчиняются или, скажем, идут по его пути. Он также находится на своем кресле, да? Но имеет артефакты, которые присущи жрецу во всех остальных колодах. То есть жезл. Жезл у нас вот такой вот, да? На египетской. Здесь у нас он изображен вот таким вот образом. Что? Куда мы идем? Как дедушка Ленин, указывая путь. И, соответственно, Осирисом изображен на Нефертари. Ну, согласитесь, прям вот шикарные у нее стилизации. Дальше показываю влюбленные. Вот такие влюбленные, как говорится, муж и жена, одна змея. Муж и жена. Хоть змеи это право выбора, как говорится, который предоставляется. Ну, на самом деле,
Третьего лица, заметьте, тут нету. Нету третьего лица, между чем и кем выбрать. Может быть, надо выбрать между змеей и человеком, не знаю. В основном, конечно, у нее присутствует старая добрая классика по Уэйту, когда человеку нужно выбрать между добром и злом. Но иногда четко влюбленные. Вот как, например, в этрусском Таро, да? Или в Нефертари. То есть прекрасная пара, любовь, все. Любовь и жизнь. Давайте по-быстренькому, чтобы не сильно вам заскучать. Колесница вот тоже у нас с таким пентаклем. Оно же солнце, да? А здесь у нас классическая колесница. Здесь у нас колесничий на колеснице войны. И здесь у нас, в принципе, тоже колесница. То есть смысл именно в колеснице. А там кто что ему нашептывает, темная или белая сторона, уже вопрос десятый. Куда ему лететь на этой колеснице? Дальше. Дальше посмотрим карту силы. Ага, тут карта силы-то как раз у нас в ее колодах, смотрите, заменена по-разному. То есть она дважды в колодах, даже трижды, три у нее получается. У нас с вами справедливость. И только в колоде этрусков она показывается картой силы. То есть автор когда-то поменял свое мнение.